погулять. Сейчас хотим дойти до Парк Росс. Взяли по стаканчику кофе и аргентинских пирожков. Будем наслаждаться моментом. Отмечаем пятницу, хотя она говорит. Наше излюбленное место. Прекрасный, грандиозно выполненный из белого камня монумент. Восхитительный. Татьяна решила по велосипедной дорожке пройтись, взирая на то, что сзади велосипедисты едут. Здесь такие фонтаны классные. Здесь очень плохо пропускают, поэтому... попасть в Парк Росс. Сегодня, видимо, там идет генеральная уборка. Смотрите, как здесь после дождей все затопило. Очень классно. Такое отражение. Еще раз сходим в Парк Росс. Самолет взлетает. Там газоны стригут, поэтому, видимо, закрыт. Люди катаются на роликах. Хотели вон посетить сегодня вон ту беседку. Но не получилось. Пойдем к воде, посидим у воды, посмотрим на гусей. Здесь такие ворота прикольные. Беседка, кстати. Татьяна с Матео уже поднялись на тротуар. Я их сейчас догоню, и мы посидим на скамеечке, полюбуемся прекрасным видом на воду, на пальмы, попьем кофе с национальными пирожками Эмперадато. Главное, чтобы нас на мушку не взяли эти гуси. Да, Танюш? Главное, чтобы нас гуси не взяли на мушку. Да, наверное. Гуси прячутся под пальмой. Такие белоснежные, красивые. Какое классное место.
Так, мы пойдем туда, на скамеечку. Здесь все затоплено. Деревья после урагана убрали, как видите. Мы на другую лавочку. Танюша убежала, нас с Матео оставила одних. Разбирайтесь сами. Ну, мы с Матюшей не обращали на них внимания. Я унесла источник. Да, мама, вернее, нас спасла. Унесла источник опасности. Гуси там остались. Пирожки. Отряд гусей уходит к воде. Голуби сейчас довольно. А что, по одному гусю не ходят? Нет, они только в компании ходят. Так проще отрабатывать. Прям куски. Просто огромное количество гусей. Татьяна, кстати, называем этот парк гусиным парком. Так как здесь огромное количество гусей. Вон там за красным этим ларечком находится планетарий, в который мы планируем завтра сходить. Надеюсь, у нас все сложится, и мы сходим.
посмотрим, что там интересного в этом планетарии. Дождливая неделя закончилась. Сегодня очень теплая погода. Можно видеть отголоски урагана. Огромный пень, выкорченный из земли ветром, лежит. А пальмам, я хочу сказать, вообще просто нипочем. Они как стояли, так и стоят. Огромное количество хвойных деревьев, конечно, повалило. Она просто обожает гусей. Она фотографируется. Любит сюда ходить, фотографироваться с гусями. Гуси Татьяна обступает. И она фотографируется. И она еще покупает, специально заходит, хлеб покупает. Обсыпает вокруг себя и фотографируется. Я рассказываю, что тебе нравится с гусями фотографироваться, что ты периодически заходишь в магазин, покупаешь хлеб, обсыпаешь вокруг себя, гуси прибегают, и ты фотографируешься. Татьяна, она любит пальмы. Какашки. Это гусиные какашки, ничего страшного. Главное, что не человеческие. Мы снимаем блог. Там можно видеть катамаран стоит. Он чистит этот водоем, пруд. Смочил. Супер Панчо. Интересно, пропустят нас? И как сейчас нападут на Матюшин, пальчики начнут кусать. Давай, Матюша, пошли там, обойдем их стороной. Подержи. Не дают проходу людям. Ой, как круто, смотрите, какая. Заходите в Татьянин инстаграм, либо в наш Рокотанский. Мы очень много публикуем сторисов Буэнос-Айреса и всех окрестностей прекрасных. А вот прикольно? С левой стороны, вот, вернее, прямо если смотреть, то можно увидеть монумент из белого камня. С правой стороны идет парк Росс,
который закрыт сегодня, к сожалению. Ну, мы, в принципе, сходили на пикничок, перекусили. Сейчас пришло время сна для Матео, поэтому мы сейчас... Да, завтра в планетарий сходим. Очень много спортсменов, роллеров на камеру снимают. Падение свои. Ну, кстати, можно завтра зайти в парк. После планетария. По пути все равно. Наконец-таки попали в парк Росс. Сегодня он наконец-таки открылся. И мы находимся прямо в центре парка. Посмотрите, какая здесь плавающая сцена. Там мостик дальше. Классный. Матео. Там беседка. Я сейчас так пройдусь через беседку. Пойдем в Росс. Там виднеется планетарий, в который мы, наверное, сегодня пойдем. Очень красивая полусфера. Виднеется. О, смотрите, какой здесь фонтанчик классный. Сейчас мы зайдем в беседку с такой антуражной плиткой. Здесь все зеленое. Парк оправился после урагана. Татьяна с Матео пошли к розам. Сейчас мы пойдем тоже туда. Здесь тоже в этой беседке фонтанчик есть, но он не работает. Очень красиво и пестро. Здесь уже немножко облезает, но здесь она еще вот более-менее в хорошем состоянии. Гоняет гусей. Не снимаю. Какая-то девочка за штампом пришла, хотела кнуть, и я бегаю. Да ладно. Видела, она проходила.
очень красивый вид отсюда. Гуси облюбовали газон. Блин, пальмочка, конечно, одна не выдержала порывов ветров и упала. Сегодня суббота. Народ, конечно, идет. Красивый мостик здесь, но он закрыт для людей, но полиция там, видимо, пошли уединиться на остров. Татьяна жаловалась сейчас на ту маленькую девочку, которая хотела пнуть гуся, бегала за ним. Сказал, что плохое воспитание, и ей очень жалко этих детей. А та женщина сидит, продает, я так понимаю, это ее бабушка, печенюшки они продают. Ну ладно, не будем о грустном, надеюсь, все будет хорошо. Татьяна с Матео пошли в загороженное местечко смотреть на розы. Как здесь пахнет, да? Ароматно. Это лаванда. Да. С коляской здесь, конечно, совсем неудобно. Здесь это кирпичная крошка на дорожках. Немножечко Матюшу потряхивает.